знаете что? Вы не доктор. Вот доктор сидит. Я бы вас с такой симптоматикой сдал бы на опыты. Олег, ну что вы все время занимаетесь гипердиагностикой? Ей 30 лет, какой инфаркт? Тем более был алкоголь. Был? Вы, извините, дура совсем. У нее все признаки, кардиограмма, боли. Но эти два так называемые врача схватили мою мать, чуть не уронив ее на ступеньки, и поволокли насильно, при этом они хохотали. Согласен? Я не согласен. Не согласен, Вик. Ты же уже решил все. Ну, давай, разводись. Я умираю, ты что, не видишь, что ли? Рот закрой свой. Вот так. Кто там на кухне лежит? Там Угарян, да. Без травмы. Ну, вообще. Ты что, успокойся, Кать, ну успокойся, блин! Олег, ты не трогай меня! Ой, Володя, ну ты что? Твари! Твари! Суки! Слушай, скажи, когда ты съедешь? Завтра же меня здесь не будет. Подходит? Хотите яркий пример человеческого фактора? Вот он, распущенный врач. Олег, ты у меня уже едешь по-другому. И главное, чтобы человек, которого я лечу в данный момент, потом не умер, так ли? Нет. Можно я тебя обниму, Кать? Просто обниму и все.